Технострой Олимп. Выгодные инвестиции, доступное жилье. Спящая красавица в формате Open Air. В эту субботу на Соборной площади давали балет. На сцене солисты Московского балетного театра. По завершению программы лазерное шоу под композицией Чайковского. Подробности далее. Тучи над городом сгущаются, как и события на сцене. Но, похоже, это никого не пугает. Гром и молнии за моей спиной. Надвигается огромная туча. Уже зонтики выросли, как грибы после дождя. И, похоже, никто не собирается уходить. Все сидят на своих местах и продолжают смотреть представление. «Спящая красавица» – подарок к именинам великого композитора. Этот балет – один из лучших в репертуаре Московского балетного театра. В составе труппы молодые выпускники лучших отечественных балетных школ, но костяк – ведущие солисты Большого и Мариинского театра. У нас хороший коллектив, дружный коллектив. Мы друг другу помогаем, друг с другом репетируем, подсказываем какие-то нюансы. Вот более опытные артисты, они подсказывают более молодым артистам. Поэтому у нас дружная атмосфера. Московский балетный театр гастролирует по всему миру. Недавно вернулись из Бразилии и уже собираются в Израиль. Но на открытой сцене танцуют впервые, кидают батманы и садятся в плие, держась за несущие конструкции сцены. На этот раз они вместо станка. Но эти неудобства забываются, когда выходишь к зрителю, говорят танцоры. Было очень приятно, что клинчане, несмотря на дождь, остались и аплодировали, и дети были счастливы. И было видно этот блеск в глазах, эту радость, это... ощущение этого искусства было приятно. Спасибо клинчанам большое. Площадка Open Air – полная площадь зрителей, проливной дождь. Но организаторы создали все условия, чтобы артисты чувствовали себя, как на домашней сцене. Все организовано очень на хорошем уровне, все замечательно. Мягкий пол, благодарный зритель. Спасибо огромное городу Клину. Высокое искусство на открытой сцене клинчане познают не первый раз. А вот финал оригинальный. По завершению балета еще один сюрприз для зрителей – лазерное шоу. Оно было создано специально для Клина. В основе сюжет из жизни Чайковского под музыку самого композитора. И хотя непогода несколько смазала ожидаемый эффект, проект вызвал огромный интерес у клинской публики. Формула успеха – постановка мирового уровня, профессионализм организаторов и свободный вход. Благодаря успешным переговорам организаторов его обеспечили спонсоры проекта. К счастью, в нашем городе есть меценаты, которые понимают важность мероприятий таких массовых в рамках 700-летия, тем более. Поэтому работаем в тесной связи. Два акта и антракт. Несмотря на продолжительную программу и на то, что большинству пришлось смотреть балет стоя, зрители не расходились до конца. Соборная площадь опустела только после 11 вечера. Николай Ревенко, Дмитрий Кириллов. Новости дня.